Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Angry Birds Red Fun 2022. И сегодня как скачать старые игры на AppTorrent. Так, сопричитаем на Happy Mod или AppTorrent. AppTorrent. Можно сойти. Тут помойка непонятная. И пишем Angry Birds. Angry Birds. Напоминил. Вот. Angry Birds Classic. Ой. Angry Birds 2. Angry Birds Friends. Angry Birds Go, Angry Birds Transformers, Angry Birds Epic EBRG, Angry Birds Seasons, Angry Birds Space, Angry Birds Rio, Angry Birds Evolution, Angry Birds Star Wars 2 Free, Angry Birds Space Free, Free Angry Birds Pop Bubble Shooter, Angry Birds Fight, Angry Birds Star Wars, и Angry Birds от Munch 3. Забыла самое грани. Angry Birds Legend. Вот такая вот игра. Какой-то я еще не играю эту игру. Angry Birds Evolution. Это другая игра. Выпущенного 15 июня 2017 года. То я посвящена игр Angry Birds. Тут дальше есть вижу Bad Piggies. Не буду смотреть. Так что у меня Angry Birds Rio. Вот такую вот игрушку сохранившуюся. Вся вот такую вот. Игрушечка. Angry Birds 2. Уже при последней версии на плеймакетах есть жуткий. Ой, камера уже по-ёжке уже работает. Так, Angry Birds Friends. Это... другая версия. Ищем другую версию. Я ищу версию с 2016 года. Как чем Angry Birds Go? Она работает. Совсем не он. Давай. Ищем Angry Birds Go. О, стили Angry Birds в кино, это же другое дело. После выхода последнего серия от Angry Birds Toons, прямо на самом деле. Может быть, тогда в новое видео снимаю вот такое вот, и мы будем установить. У меня ролик на YouTube. Новое видео, где сохранились их. Он быстро загружается, Angry Birds Friends, стиле Angry Birds в кино. Тут Билли, исповожено. Так, у нас тут уже сохранились их боеполосы. У вас это окно, окошко. Я не пойму. О. Так. Почему? Айо, не установится? Ладно. Заходим из резия. Ладно, заходим на мои файлы. Эй, где? Так,
Вот такая вот я у Даютунс ТВ. Ладно, скачай и мобильное приложение. На тап-тап, может, работает. Захотим тап-тап. Так. Айо! Вот, заработала. Ой, зазвенело. И пишем Тунц ТВ. Чёрт! Меня соскали на мамонта! Всё, умер Тунц ТВ. Может, на Эптайнт? Заходим на AppTorrent и пишем снова Entunes TV. Так. Меня соскали на мамонта! Я бежим скорее. Фух. Наконец-то до времени. Ладно, ладно, ладно. Захотим Google диск. Google диск. Заходим. У меня не запакивает YouTube. Мой диск. Главное. Так, пишем. Angry Birds. И за ним, ну. Apocalypse Doublets. Так, все игры я почитаю. Ага, я слагазин. Я... Писал, я сримал. Вау, вот такое вот. Вот такая вот. Так, вот такие вот все прошлые игры. Подаю. Ладно, ну давайте-ка. Новую Angry Birds Classic. Заходим на его. И посмотрим на игру ее. У меня запись сейчас закончится. Но нет. Не закончился. Такая вот игра. Игра. Сейчас согласится. Господи. Боже мой, это вода и графика, и менюшка жестковатая. Вышла, шла после выпуска четвертого сезона. И хотя нет, после разработки игры я вот такое вот чудо усваиваю. Пришла совсем недавно на выходим из игры. Так, вторую. Ну что, все, дорогие друзья? Ну, у меня все, дорогие друзья. Ставим лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока-пока. А нет, еще не все. Я расскажу по эти игры, которые сокрылись на Play Market по Angry Birds. Заходим в Play Market. Я вижу Angry Birds по Bubble Shooter.
Оцениваем игру. Игру. Вот дальше есть ребят. Ребят. Лучи. Мама дорогая. У нас тут не поняли, сокатованные. А где новый Angry Birds Classic? А зачем? Зачем? Да бояя. И что? Что? Ладно, выходим из плеймаркета. Удаю и все. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие игры на сегодня на AppTorrent, на TapTap и на Play Market. Ставим лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока-пока!